Пляжный сезон не открыт, а в Омске уже десятки утонувших. Где в городе запрещено купаться и как помочь тем, кто оказался в беде? Теперь в объезд. В Омске начался масштабный ремонт дорог. Каким будет его качество в этом году? Кто следующий? Студенты УмГУПСа без дипломов. Какие еще омские вузы могут остаться без аккредитации? В Омске вывели новую формулу моды. И не только в одежде, а еще в кино и в урбанистике. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.